В рамках проекта молодежного парламента при Государственной Думе, проект называется «Я каждый день горжусь Россией», проводится тест по знанию истории Отечества. И основная главная цель – это проверить свои знания граждан Российской Федерации на знание истории Отечества с 882 года по сегодняшний день. В Череповце данная акция у нас пройдет в ЧГУ. Три большие помещения аудитории будут выделены для написания данного теста. Мы приглашаем всех желающих ответить на 40 вопросов, из которых будут состоять тесты. Можно также воспользоваться онлайн и на сайте Молодежного парламента Государственной Думы определиться со своим участием и в течение всех суток 19 декабря написать его в режиме онлайн. Мы приглашаем принять участие всех, не только школьников. У теста нет возрастных ограничений, поэтому и учителей истории, и просто жителей города Череповца, представители общественности, для себя проверить знания, убедиться в том, что знать историю необходимо.